Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, ты хорошилась для фотографий? Оу, oh, ей! Всем привет, мои хорошие! С вами мы, Светлана Эндер. С Пасхой вас! Христос воскрес, мои хорошие! Сегодня мы будем кофе пить. Вот здесь в зале сейчас я принесу кофе. Ашкем, Христос воскрес! Христос воскрес! Вы слышали, какой он у меня умница! Вот, мои хорошие. Привет. Поговорим, сын Кунуш, Бирас. Бен Сенин Яныдер и Урода. Где мне можно сесть? А? В студии? Ашкем, студия, Бис? Студия. Судья. Судья Гайрас, студия. Вы знаете что? Я уже Ашкема, видите, как русскому учу, русскому. Знаете, что мне понравилось сегодня? Я же с утра помолилась тудым-сюдым. И Ашкема, когда увидела, он мне говорит, Христа Христа, и покрестился вот так вот. Мне такой молодец. Ашкем, сын не черсом. Хангейч ты мой. А, горький, без сахара. Горький пекли, да, ма. Вот такой пекли, кепекли. Кепекли, собака. Ну, кепекли, окей, пекли. Это собака, говорит. Какое? Кахве по-турецки. Ашкем, бирас, базаны стерлар, туркче угретмек. Яйцо, юмурта. Давайте сегодня начнем так, что мы видим на столе, то я скажу. Значит, вот смотрите, стакан, бардак, банан, мусс, яблоко, эльман, паска. На самом деле турк. Паста. Паска, паска. Кек. Кек, Ашкем, паска, паска. Ашкем, буны, блюдце. Табак. Табанка. Финджан. Бу финджан. Финджан алты. Финджан алты. Бу мы, Ашкем? Тепси. Тепси. Поднос, тепси. Ну что, закончили на сегодня. Давай раз поговорим. Ашкем, вот факта дахаи. Все небо на были... Arkada oturdun. Oturduk işte. Ne var ne yok. Kestim onu mu? Kestim. Keserim. Sen yaptın o. Hayır, geldiğinde öyleydi. Tamam aşkım, güzel bir şey söyle. Ondan sonra... Bunu da kes. Kesemem. Ne istiyorsun? Sen niye utanıyorsun? Neyden? Kimden utanacağım? Sen bana da bakmıyorsun niye? Aşkım. Aşkım. Увидел меня наконец-то. Макияж yaptım. Ooh, yeah. Вот так вот мы все время сидим. Ну, я так сижу и удивляю его. Сегодня будем отдыхать. Ben bugün dinleyeceğim. Çünkü... Aşkım. Ben de dinleyeceğim. Я, он у меня тоже говорит. Буду отдыхать. Друзья мои, сейчас минуту поближе поднесу. Görmüyorlar bizi. Bende de hayatımda değişiklik yaptım. Bu koltukta oturuyordum, artık burada oturacağım. А, он знаете что сказал? Он тоже говорит, изменил, говорит, жизнь. Раньше на этом диване сидел, сейчас на этом. Ай! Ашким, сөйлешим ди. Посмотрите, какая у меня вышла паска, а? Evet, паска. Это я почти отнесла два куса. Говорит, все это, говорит, Ашким съела. Скажи, как меня? Исим биним, соли? Исим? Ашка. Как тебя зовут, Ашка? Меня Мисим Соли. Как меня зовут? Света. 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 Как он говорит, это интересно. Света. Короче говоря, я вот четвертую часть отнесла соседям. Там детки, ну пускай покушают. Я всегда так стараюсь делать. И вот
такие красивые у меня яйца получились. В этом году я разленилась, без рисуночка делала, без листиков. Хотя листиков можно было и петрушечку. Кофе выпьем. КВЧС. Ашким смотрит серию Тьор Саджи фильмы. Фильм их, Бельгесе. Бельгесе был? А, ну короче, Бельгесе. Я не могу этот, у меня аллергия на телевизор. Аллергия, аллергия в телевизор. Аллергия? Йок, телевизор на хищ пшио. Бенде, бенде. А, по-моему, был Бельгесе гюзел. Бельгесе он смотрит и это. Güzel şeyler üretiyor. Aşkım orada bak. Güzel şeyler üretiyor belgesel. Belgeselleri seviyorum. Aşkım sen unuttun, orada bakmak lazım. Bizim izleyeceğim evet, orada. Evet. Привет, привет. Привет. Çok привет. Aşkım söyle bir şey, ne yapacağız bugün? Что сегодня будем делать? Паска bugün. Bugün pazar, günlerden pazar olduğu için hiçbir iş yapmayıp dinlenmeyi düşünüyoruz. Pazar yok. Pazar? Pazar yarın, pazar. Günlerden pazar. Bazar değil, pazar. Bazar ayrı, pazar ayrı. Aa, ne demek istedin, anlamadın. Pazartesi günleri bazar var. Aha. Ama gün olarak bazar. Pazar. Короче, вы поняли, что он сказал? Gün biliyorsun sen. Gün. Pazartesi, yok. Salı, çarşamba. Evet. Hop, gün. Aa, воскресенье. До меня дошло, что сегодня воскресенье. Bizde pazar günleri dinlenme günüdür. Да, у него, говорит, воскресенье, выходные дни. Ну, tamam, aşkım, sen çok yoruldun. Ты, evet, ben de pazar günümü dinlenerek geçirmek устал. Istiyorum. Конечно, надо тебе отдохнуть. Сегодня yemek, ben balık. Balık, evet. Balık yemek, salata, balık. Рока салата будет у нас. И, может, сделаю испанакли börek. Balığın yanında. Kim yiyecek ıspanaklı börek? Кто говорит съест? Вот видите, у них в Турции не делают таких столов. У них есть какая-то определенная еда. Можно сделать много салатов, но если основное блюдо рыба, то ни хачапури, ни барек, ничего другого не нужно делать, понимаете? Вот я уже привыкла к такому. Вот я смотрю на девочек, пишут мне, и холодец сделала, и шубу сделала, и салаты, и там, и то, и все. Мне это бесполезно, я через все это прошла, и делать надо основную еду. Вообще все здесь по-другому, все. Вы не представляете, я так поменяла менталитет свой, у меня так мировоззрение поменялось, изменилось. Но мне кажется, это в хорошую сторону. Да, мои хорошие. Мои хорошие. Ну, мы обсудили все, что мы будем делать. Короче, буду отдыхать сегодня. Как сейчас лягу на диван. И буду отдыхать, пока ужин не начну готовить. Ну что, будем заканчивать? Будьте с нами, оставайтесь с нами. Evde kal. Evde kal, dünya. Stay home with me. Biz neredeyiz? Да. Все, давайте, пока. Пока-пока. Боже, какое удовольствие сидеть на балконе, друзья мои. Послушайте, как чирикают птички, поют. Накрасила маникюр. Посмотрите. Слепая. Вы видите? В общем, как-то. Что делать? Надо что-то менять в жизни. Одно и то же. Как я смотрюсь на фоне моих гвоздичек. Здесь им хорошо, не так ли? И вот это открывается. Мои лапулечки, посмотрите. Здесь им подошло. Потом я со временем... Вчера пересадила цветочки на том балконе. Покажу я вам сейчас. А постепенно, вот как выйдем, я хочу обустроить здесь балкон, потому что летом здесь, знаете, как классно. На той стороне очень жарко днем, а здесь самое то. Вот если я так кладу кровать, лежу здесь. Здесь сидим мы со Шкивом, кофе пьем. Неужели мы все лето пробудем так на балконе? Парк такой огромный, никого нету. Вот так вот проходит Пасха у нас. Вы знаете, что в Грузии ходят, Батум, я сейчас звонила к дочке, она пошла к другой бабушке, к отцу своему в гости. А у нас вот мы сидим здесь
дома, никуда мы не вылазим. Сейчас я вам покажу, какая красота у меня за моей спиной. Каждое утро встаю с той мыслью, что хватит снимать. Не буду снимать, мол, достаточно. Устали вы от моих видео, от моей болтовни. Но все-таки не могу, вы понимаете, что-то интересное хочется. Я никогда не планирую, что я буду вот встала утром, вот это должна снять. Нет, все происходит у нас спонтанно. Я вообще не хотела сегодня снимать Дом Пасху. Отдохну от этих съемок, потому что, вы сами понимаете, очень много времени уделяю. Тратить надо. А вот посмотрите, что я нашла там. Заприметила. В доме вышли бабульки вниз. У нас я не видела такое, то нарушение. Вы представляете? А так вообще на балконах даже людей нету. Потому что с этой стороны сейчас солнце. Жарко. Я вам сделала крупным планом, чтобы вы посмотрели, как люди живут. Ну, для многих это будет интересно. Мне тоже было самой вначале очень интересно, когда я приехала сюда. Мои хорошие уже здесь готовятся к базару завтра. Привезли лавки, столы. Вот по той дороге. Море отсюда видно, кстати. Я увидела море. Но вот там, вот где-то между домами. Вы видите, вот. Вот. Вот там вот море. Боже, когда я выйду на море? 2 месяца мы, наверное, уже сидим. Но вот море от нас, знаете, вот близко, в принципе, видите? Мост. И вот направо, и возле моря. Буквально 10 минут отсюда, если идти. Если вот так пойти прямо, то дольше надо идти. Минут 20. Это самый короткий путь. Ой, как я соскучилась. А море, ну а что делать? В общем, покажу вам, давайте, цветочки на том балконе. Вот 3 горшка, что Ашкрим мне принес, я вот пересадила. И вот этот мужское счастье, вы знаете, что он у меня испортился. Он был раньше в этом горшке, и я вчера его... открыла все корни его, гнилые корни убрала. И более-менее, я не знаю, выживет он у меня, не выживет. Этот у меня цветок стоял в воде. И вот маленькие цветочки. Знаете, что мне кажется, вот эта подкормка из дрожжей и из пива, из кваса пошла. Они не погибли. Я думала, они испортятся. Посмотрите, они начали усиленно расти. Вот это я не знаю, что я посадила что-то или что-то какое-то растет, не то, что вам. Моя мордовика. И вот у меня авокадо, вы видите? Проросла косточка авокадо. Хотя тут 3 косточки, но 1 проросла. А розы не знаю. Вроде бы они не умерли, зелененькие. Так они хорошо у меня начали пускать почки. И вдруг остановились. Но будем надеяться, что все будет хорошо. А эти цветочки я решила поставить на старое место. Я посмотрела сегодня во двор. Красота такая вот расцвели там. Некоторые кустики красиво так. Не всем легко сидеть дома. А эти пока у меня вот в таком состоянии остались, пока пускай они набирают силу и прорастут. Видите, я вчера большого поддона пересадила их сюда. Ну, а потом еще горшки купим.
приведем их в порядок. А вот этот, посмотрите, как... Знаете, какой он непривередливый. Я просто сорвала, где-то в ресторане мы были. И, как моя свекровь говорит, где видишь красивое, отрывай, он лучше растет. Просто веточку маленькую. И посмотрите, как разросся. Так это что? Вот. Посмотрим, как у меня. И этот цветочек у меня заболел, и сейчас пошел. Начал расти. И такие вот у меня цветочки. Так хочется привести в порядок свой балкон. Вот опять вчера ночью я его помыла. Но не получается, потому что не можем выйти, не купить ни зонтик. Зонтик старый у нас испортил, Сашка мне хочет его. Хоть он порвался там. Всю зиму он у нас простоял, сами виноваты мы. Ну вот хочу привести в порядок балкон уже мой. Никак не получается. Придется терпеть то, что есть. Ну, пошла я заниматься, то есть отдыхать. Сегодня я не буду ничем заниматься. Хочу поделиться с вами радостью, о которой сообщила моя мама. В канун Пасхи мэр города Батуми принес две большие коробочки. Помощь на время карантина. Так что смотрите в этом видео, что им принесли. Вот, здравствуйте. Вот такую посылочку принесли нам, да, бабуля от мэра Батуми и от строительной компании DS Group. Такие два больших ящичка. Тут у нас сырок, масло, да, все скажу. Соль, две пачки, две курочки, конфеты, бумажка для рук и туалетная бумага, лук 5 кг, тут картошки тоже 5 кг. Скажи, 2 кг. Две пачки чая, 2 молока, 2 бутылки растительного масла, порошок. 2 порошка, 2 штуки желе, риса 2 кг, гречки 2 кг, сахара вот 2 кг, геркулеса 2 кг, 10 яичек, еще тут у нас мясо 3 кг, 2-3 кг, и мука. Вот такую посылочку нам принесли с мэрии. Помогают пенсионерам. Наконец-то мы садимся за праздничный ужин. В Турции праздничный ужин отличается от наших столов. В Грузии, в России. Я смотрю ваши посты, я смотрю ваши красивые видео, я смотрю ваше изобилие, но здесь все по-другому. Здесь делают одно что-то. Так вот, мои хорошие, я сейчас, сегодня на ужин я пожарила рыбу, потому что курица нам надоела, мясо мы ели. Сделала вот таких 2 салатика под рыбу, как рыбный ресторан. Соседка принесла нам сладость, я их угостила половиной Пасхи почти. И, в общем, вот мы будем садиться со Шкымом кушать. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Еще раз поздравляю всех с Пасхой.